Всех приветствую. Очередные посылки из Китая. Сейчас будем распаковывать. Так, первым долгом заказывал опорные подшипники. Ну, или как они называются здесь. Вот такие подшипники. 12 миллиметров и 16. Это упорные подшипники, по-моему, называются на русском. Да. Сейчас одни откроем, посмотрим, что внутри, что они из себя представляют. Первый раз заказывал, таких у меня еще нету. Заказывал на свой самодельный токарный станок. Видел в Ютубе, очень много ставят. Как бы. Вот. Так, следующая посылка. Заказывал вот такие вот мечики. Написано, посмотрим, что здесь написано. Там комплекты идут в продавца, 5-6 штук. Ой, так, что мы здесь можем увидеть, если вообще что-то видим, да, здесь. Написано М6, скажем, H. 2 HSS. Вот, H2 HSS. У продавца там написано титаниум или что-то. Вот сейчас шестерку оставим. Как раз вот посверлил. Сейчас будем делать. Сейчас буду вот резьбу нарезать здесь. Просверлил как раз здесь отверстие. Так, это я уже открывал, да, вот такой тоже заказал подшипник, и какого типа, я не помню точно, здесь, по-моему, написано даже, да, FL003, 16 миллиметров, кстати, здесь зажимается, диаметр шпильки, я имею в виду, 16 миллиметров. Это тоже я открывал, что не помню, что... А, заказывал болты. Вот такие. Я здесь у нас в магазине почему-то такие не нашел, я не знаю. Заказал уже 12 миллиметров и 1,5 сантиметра, по-моему, 15 миллиметров, да, или даже больше, не помню. Сейчас я буду тестировать, вот один возьму, посмотрим, взял вот сантиметровую такую плиту железную, просверлил уже здесь отверстие, и сейчас буду нарезать резьбу. Взял сразу болт на М6. Всем спасибо. Кому нужно, ставлю ссылки в описании. Внизу прикреплены. Кому нужно, переходите, покупайте.